Скажите, вам нравится ваша работа, вот то, чем вы занимаетесь? Конечно. Почему? Ну, нравится городу помогать, чистить, в порядок приводить. На работу с радостью идете? Конечно, конечно. Я добросовестный работник. Предприниматель с 94 года. А чем занимаетесь? Розничной торговлей. Торговли чем? Детская одежда. А почему выбрали для себя вот такое направление? Нравится вам или нет? Ну, потому что мне нравятся дети. Мне нравится, чтобы они были красивые, радостные, жизнерадостные, чтобы и так их нагружают в школе. А это они хоть приходят, их родители наряжают. Нормально. Нравится, конечно. Вот плитку ложим. Кабельное хозяйство, связь обеспечиваем. А что наиболее, что больше всего нравится в профессии, в работе? Ну, не знаю, как сказать. Привыкли, работаем все. Удовлетворение получаете? Я мучился. Скажу, да. Почему вы занимаетесь? Да. Почему нравится? Ну, потому что постоянно в движении. Вот, работаем, новые знакомые и так далее. А на работу с радостью приходите? Ну, иногда нет. Иногда хочется поспать. Работаю. Я работаю сторожем. Вот. Нравится. Мне достаточно много свободного времени для того, чтобы заниматься своим хобби, коллекционированием книг. Вот. Так что вот. Много читаете на работе? Да, читаю в печатном электронном варианте, да, ну, много я работаю, потому что мне работа. Работу я совмещаю с работой дворника. Я работаю дом, я хозяйка. А, ну, да. А раньше работали? Раньше работала. Кем? Библиографом. Серьезная какая-то профессия. Да. А чем занимались и нравилось? В политехническом университете нравилось очень. Работать со студентами, с книгами, с литературой. Я много где работала. В основном уборщицей. Из-за детей, из-за внуков. Что привлекало, что не привлекало в работе? Ну, что может привлекать в швабру? Необходимость. Я считаю, это подработкой, а не основной работой. Работаю 2 часа в день, прогуливаюсь, дышу свежим воздухом, раздаю листовки. Вот. В месяц приблизительно вот 1012 даже может выйти. Меня устраивает. На работу с радостью идете? Ну, подниматься трудно, а так с радостью, да. Очень нравится. Почему? Потому что работаем с людьми, кормим людей. А на работу с удовольствием встаете? Каждый день с большим. Спасибо. Я прям вечером ложусь и думаю, побыстрее бы утром мне пойти на работу. Спасибо. А вы? Я тоже. Точно так же.